к тебе всегда готов стремиться. Всегда есть тот, кто просто рядом, кто быть ненужным не боится. Волшебные, пропела пращуром нашим птица Гамаюн. Прилетала она из сада Ирийского, с горы Алатырской, и садилась она на яблоню у озера Светлоярова у стенки Тишграда. И вещала птица Гамаюн о будущем, и поминала она прошлое, и учила она красоте, истине и любви. И хранители вет слушали те песни, завязывали узелки на память. И были то не просто узлы, а знаки слов. И складывались те слова узлы в нити строк. И сматывались те нити в клубки. А клубки складывались в короба берестяные. И каждый раз потом, являясь в Китежграде, Гамаюн рекла хранителям: «Откройте короб весь,